Итак, начинаем наш case break. Вот он, первый кейс. Сейчас откроем его. Так, вот вы видите, выглядит сверху. Теперь вы видите блоки. В одном видео будет вскрытие двух блоков. Сейчас достану. Вот эти два для начала возьмем. Так, как было в обзоре, делаю так же. Достаю сначала все карточки, потом открываю, не потом показываю их по очереди, чтобы было быстрее. Блоков много. Это вскрытие еще всем успеет надоесть. Поэтому постараюсь оперативнее все это дело проводить. Так, вот они, 25 пакетиков. Забыл пожелать всем удачи. Блоков у нас много, так что надеюсь, у каждого участника будет свой счастливый блок. И разочарованных участников у нас не останется. Совсем открылся пакет. Отбавим. Стой. Так, по два лучше получается. Немного, буквально несколько пакетов, и приступим к самому интересному. Так. Так, вот она, последняя карточка. Итак, первый блок. Поехали. Всем еще раз удачи. Первая карта. Карта игрока трактора Никиты Нестерова. Потеря новички. Далее, КХЛ без границ. Яни Яласвара. Еще одна карта в обзоре была такая же. Теперь джерси атрибуты игры Никита Никитин. Авангард Томск. Отличная трехцветная джерси. Дальше золотая джерси матча звезд. Это у нас Лев Прага. Он же немец. Здесь два цвета. Ну, не очень хорошие джерси были. Сама форма на матче звезд. Клеенная эмблема. Немножко портит впечатление. Так, теперь вратари Андрей Василевский, Салават Юлаев. Дальше идет ключевые игроки под серией Атлант, Николай Жердев. Серебряная версия. Еще одна карточка атрибута игры Никита Никитин Авангард. Три цвета. Отличный кусок еще, один очередной.
ключевые игроки Игорь Макаров, СКА Санкт-Петербург. Первый автограф Владимир Тарасенко, СКА. Отличная карта. Можно уже начинать поздравлять коллекционера, выбравшего СКА. Посмотрим, что дальше будет. Трактор, Дэрон Куинт, КХЛ без границ. Вратари, Ростислав Станя, ЦСКА. Матч звезд, серебряная джерси, авангард, Томаш Заборский. Ключевые игроки, серебряная версия, Никлас Бэкстрим, Динамо. Новички, Федор Беляков, Борис Астана. Матч звезд, джерси. Ну, он может сказать двухцветный, но какой второй цвет внизу в самом, я не различу, если честно. СКА Санкт-Петербург, Кевин Далман. КХЛ без границ, Локомотив, Микелис Редлихс. Автограф, Витязь Подольск, Брайан Фейхи. Поздравляю. Вячеслав Козлов, буква О, Динамо Москва. Это финальная серия, она у нас идет отдельно от команды Динамо. Коллекционер, выбравший финальную серию, ему уже повезло. Это только первый блок. Василий Кошечкин, Северсталь, под серией вратари. Патрик Торресен, СКА, ключевые игроки. Еще один новичок, Марко Дане. Команда не написана, это Слован Братислава. Это у нас Микаэль Телквист, Динамо Рига, без границ. Еще один вратарь, Якуб Штепанек. Это у нас тоже Слован. Неудобно, когда не пишут название команды на лицевой стороне. Автограф Андрея Субботина, Нефтехимик, Нижнекамск. Он у нас идет в рандом. Легенда автомобилиста. Надеюсь, что мне достанется. Так, и последняя карта. Марис Бичевскис. Это у нас Динамо Рига. Первый блок мы открыли. Блок номер два начинаем. Так, темпе вальса. 7 минут у нас уже прошло. Постараюсь в 14 ложиться. Так. Еще 25 пакетиков. Так, поехали. Открываем. Отличный блок, как вам? Преобладание СКА, Динамо, Авангарда. По хитам, по крайней мере. Ну, следующие блоки, вполне возможно, будут удачными для других команд. С фасовкой у сериала, конечно, проблемы продолжаются. Но не может же быть в четырех кейсах три команды. Так что... Надеюсь, что в очередной раз повезет всем. В крайнем случае будет рандом, в котором будут карты Нефтехимика и Салавата Юлаева. Там тоже неплохие игроки могут попасться. Один Тарасен, ой, один Якупов чего стоит. Так. Открываем потихонечку. Пусть
Так, последние два пакетика осталось совсем недолго. Того, как начнем смотреть карточки. Раз. И еще один. Так, поехали. Сразу у нас золотой матч звезд. Кто это? Так, подвину немножко. Это у нас Сергей Мазякин, Металлург Магнитогорск. Так, извините. Много настрою. Вроде прямо. Так, вторая карточка. Майкл Гарнет, Трактор Челябинск. Далее идет Аряханин. Ключевые игроки, Металлург Магнитогорск. Вот магнитка преобладает в этом блоке. Николай Кулемин. Снова Металлург, атрибуты игры. Отличный патч. Автомобилист, первая карта. Никита Трямкин, новичок. Автограф, торпеда, Нижний Новгород, Михаил Варнаков. Вратарь Слована, Томаш Пёперле. Новичок, Данила Пальков, Локомотив. Еще один автограф, торпеда, Нижний Новгород, Мартин Тёнберг. СКА, Максим Чудинов. Ключевые игроки, матч звезд. Одноцветная джерси Ильи Ковальчука, СКА Санкт-Петербург. Это у нас Филипп Новак, Динамо Москва, КХЛ без границ. Следующая карта. Вратари, Атлант, Антон Худобин. Далее, это автограф тренера. Андрей Тарасенко, Сибирь, Новосибирск. Следующая карта. Ключевые игроки. Дмитрий Макаров. Ключевые игроки серебряные в основном. Где же не золотые это? Петр Подхрацкий. Это у нас Донбасс. КХЛ без границ. Локомотив. Новичок Алексей Кручинин. Джерси Динамо Риги. Отличный кусок. Это у нас Микс Индрашис. Двухцветный патч. Акбарс, новичок Эмиль Гарипов. Вратарь Салавата Юлаева и Ротарки. КХЛ без границ, Ерика Релахки. Динамо Минск. Вратарь Сергей Борисов. Спартак Москва. Югра. Михаил Бирюков. Ключевые игроки. Ворота смотрятся очень интересно слева. Это у нас автограф. Амур Хабаровск. Алексей Косауров. И джерси матча звезд. Последняя карта в блоке. Это у нас Яку Петружалик, Амур. Ну, Амуру тоже повезло. Торпеда Нижний Новгород, Металлург Магнитогорск. Спасибо, первое видео подошло к концу. Ждите скоро второе видео. Не прощаюсь.